Со вчерашнего дня вернулись к своей работе территориальные МРЭУ и паспортные столы. Это новый этап послабления карантинных мер. График работы учреждений прежний, а вот правила ковид-безопасности обязательны. Паспортный отдел в Бендерах работает уже второй день. График прежний – с 8 до 17. Только сейчас пропускают строго по одному посетителю, к каждому специалисту. Остальные ждут во дворе. На входе измеряют температуру, дезинфицируют руки. Без маски не пройти. Граждане были оповещены о том, что с 26 мая мы возобновляем работу. Конечно же, сегодня прибыли они для подачи документов на оформление паспорта. Очень многим за этот период исполнилось 25-45 лет. Прибыли к нам для вклеивания фотографических карточек. Карантинные требования такие же и для сотрудниц паспортного отдела. Работают в маске и перчатках. Дезинфекция после посетителей обязательно. Я очень долго ждала открытия паспортного стола, потому что нужно оформить вид на жительство, узаконить свое пребывание на территории Приднестровской Молдавской Республики. Долго нахожусь в Приднестровье, а оформить не получалось, поэтому очень рада, что открылся паспортный стол. Делаю регистрацию на год невестки. У нее ребенок, скоро будет второй ребенок, надо регистрацию обязательно. То надо рожать и в роддом через месяц. Без этого никак не получается. Напомним, в период ЧС в паспортный режим тоже внесли послабление. Если кто-то не успел продлить регистрацию или вклеить вовремя фотографию, не беда. Все это можно сделать сейчас. Нарушением это не будет и штрафом не грозит.